Пропустите меня к нему, пропустите меня к повелителю, пожалуйста, пожалуйста, умоляю вас, пропустите меня, мне есть что сказать ему. Кто там кричит, кто мешает мне думать? Повелитель, прикажите, мы прогоним, это бедная какая-то несчастная женщина, очень старая. Нет, пусть войдет. Что тебе надо, старая женщина? Ты за смертью сюда пришла? Разве ты не знаешь, что я могу в любой момент убить тебя? Хотя нет, ты можешь выйти отсюда живой, если удивишь меня. Хотя чем ты меня можешь удивить? Ты бедна, я не смертно богат. Мои кладовые засыпаны сокровищами. Много лет я перебирала их в своих руках. Изумруды, алмазы, сапфиры. Мне было так приятно. Но мои богатства надоели мне, в конце концов, надоели. Я присытился ими. И я стал искать других увлечений женщин. Сколько их было. Восточные прекрасные бури, нежные бледнолицые нимфы Запада, знойные африканки, умелые куртизанки, нежные юные невинные девы. Мне надоело, все опротивили, осталась одна война. О, с каким наслаждением сначала я убивал, а потом эти покоренные, они как овцы шли на загоне. Как покорно они принимали смерть, когда по моему приказу их стали в ряд по очереди распиливали. И кричали, бежали, стонали, но никому из них даже в голову не пришло объединиться и восстать, чтобы достойно умереть, убив хотя бы несколько своих мучителей. И мне снова стало скучно. О, женщина, я богат, я властен, но сердце мое пусто, все суета. Теперь я стар, я одиноко живу в своем дворце. И тяжелые мысли терзают мою душу. Скажи, женщина, какие это мысли? Угадай, когда, может быть, ты останешься живой. Удиви меня. Можешь? Могу победить. Все очень просто. Ты боишься. Я? Да, ты боишься. Ты многого боишься, повелитель. Например, ты боишься забвения, когда после твоей смерти твой прах попадут. Развеют, сожгут и развеют по ветру, по закону твоего народа. Тебя забудут, ты боишься. Но больше всего, повелитель, ты боишься самой смерти. Ибо ты знаешь, что предстанешь перед Всевышним, и тебе придется отвечать за всех, а не за тебя. Да, смелая женщина, ты права. И теперь уж точно ты боишься. Ведь ты узнала мою тайну. И это я знаю, повелитель. Но я не боюсь умереть. Я рада буду умереть, потому что смерть для меня приобретение. Не понимаю тебя. Я чисто предстану пред Господом, повелитель. Это ты знаешь, потому что пришел тот, кто заплатил за все мои грехи и грехи всех людей на земле. Он заплатил за все прегрешения мои. Он пришел с небес и был распят. И воскрес на третий день. Он, Иисус Христос, Спаситель мой, Сын Божий, а Бог Его, Всевышний Бог, а Бог, Сын, Отец Его, сказал, тот, кто примет Сына Его, того приму я, даже если грехи Его будут как багряны. Багряны грехи твои, повелитель, багряны. Но даже ты можешь спасти свою душу. Покайся, покайся. Прими Христа в свое сердце, и душа твоя спасется в этот светлый праздник, воскресение Христово. Христос воскрес! Воистину!